Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на дебютном авторском концерте Ивана Дымы. Ну, дабы прокомментировать, почему звучало именно это произведение в качестве открытия, хочу сказать, что я просто... Это сам Иван попросил меня исполнить. Именно это тогда, когда попросил вести меня этот концерт, я сказал, ну что это такое? Пианиста выпустил на сцену, и при этом он не сыграл. Ружье на стенке вести должно выстрелить. Итак, для начала концерта я хотел бы пригласить на сцену участников джазового квинтета Ивана Дымы. Виктор Мещеряков, ударные инструменты. Максим Макогонов, бас-гитара. Валерий Явланов, гитара. Николай Добкин, орган Хэммонд, вот этот замечательный инструмент. Ну и, конечно же, Иван Дыма. Первая композиция, которая прозвучит в исполнении этого замечательного коллектива, называется очень просто, она называется «Бип-бип». И, как говорит Иван, сам он посвятил эту композицию первому дню рождения, то есть годовщине рождения его замечательной племянницы. Итак, «Бип-бип». Thank you.
Следующая композиция называется очень просто и понятно для каждого. Называется Love and Happiness, любовь и счастье. Название говорит само за себя. Ваня судорожно выбирает саксофон, я понял. Да? Главный вопрос всегда, на каком играть, так? Love and Happiness. Thank you.
Так мы что, про любовь спели? Теперь можно спеть песню, которая посвящается всем нашим друзьям. Нашим и вообще в целом друзей всех присутствующих и всех, кто здесь есть. Спасибо всем, кто пришел. Про страх? Зачем? Про страх будет позже. Потом, потом. Не надо спойлерить. Итак, следующая композиция называется «Song for Friends» – «Песня для друзей». Многим она уже наверняка хорошо знакома, и актуальность ее не теряется, она по-прежнему прекрасно слушается в исполнении этого замечательного коллектива. Итак, «Song for Friends». Thank you.
Итак, как вы уже догадались, у нас сегодня довольно часто будут меняться составы исполнителей. И сейчас первый такой момент. Сейчас на сцене для вас вместе с Иваном будут выступать наши два замечательных специальных гостя. Наталья Скворцова, рояль, и Анатолий Осипов, саксофон. Они будут играть для вас втроем. Три предыдущие композиции, которые вы слышали, уже не раз звучали на разных сценах, в том числе и на этой. А сейчас мы переходим к той части концертов, которые будут звучать премьеры. И первой из них прозвучит концертная пьеса, посвященная нашему замечательному общему другу Андрею Данилову. Итак, Иван Дыма, Анатолий Осипов, Наталья Скворцова, посвящение Андрею Данилову. Thank you.
Следующее произведение, которое вы сейчас услышите в исполнении этого замечательного трио, принадлежит авторству Натальи Скворцовой. И называется она очень просто и понятно «Старая песня». Thank you.
Следующая композиция продолжает с собой тему дружеских посвящений участников сегодняшнего концерта. И следующая пьеса принадлежит уже Ивану, и называется она «Посвящение Натальи Скворцовой». Thank you.
Наталья Скворцова, Анатолий Осипов, Иван Дыма. Далее в нашей программе нас ожидает, наверное, пожалуй, первый серьезный сюрприз. Потому что сейчас вот эти два замечательных человека, которые обычно играют на своих саксофонах, присядут вдвоем к роялю и будут играть дуэтом на рояле в четыре руки. Да, у нас большая часть сегодняшних участников концерта являются музыкантами, которые владеют далеко не одним инструментом, и сейчас будет один из ярких примеров подобного действия. Исполнят они композицию из репертуара пианистки Кейко Мацуи под названием «Ever After». Все, стулья есть, там все нормально. Итак, фортепианный дуэт Иван Дыма и Анатолий Осипов, дуэт двух саксофонистов «Ever After» Кейко Мацуи. Thank you.
продолжении нашего замечательного вечера, в качестве небольшого интервенции, сейчас на сцену выходит неожиданный дуэт. Дуэт Натальи Скворцовой и Николая Добкина. Они возвращаются к нам на сцену для того, чтобы играть вдвоем для нас. Где же они, мы их ждем?
Николай Добкин, Наталья Скворцова. На сцене как-то пустовато, я думаю, что уже давно пора всем, кто там сейчас томится за этой замечательной ширмой, выходить для того, чтобы исполнять следующий номер. Я жду Виктора Мещеряков, возвращайся на сцену. Вышел Иван. Отлично, ты сменил имя. Прекрасно. А Анатолий выносит загадочный инструмент. Очевидно, ему потом придется на нем играть. Следующее произведение, которое будет исполнено, называется «Джин в бутылке». Довольно двусмысленное название. Это сюита из трех частей. Первая из них называется «Танец джина», вторая из них называется «Заточение джина» и третья «Освобождение джина». Исполняют Иван Дымов, Анатолий Осипов, Виктор Мещеряков, Николай Добкин и Наталья Скворцова, а также наш специальный гость, специально приехавший из Твери к нам, шаман Эдуард Играющий на перкуссии. Ну что, в бутылку к джину, поехали.
Ну все, танцующий джин из заточения освобожден. Сейчас этот самый джин, вероятно, перенесет нас в замечательную теплую страну, которая находится в Африке и называется Замбия. И для того, чтобы нам туда всем вместе улететь сейчас, нам на сцене понадобится возвращение Максима Макогонова и Валерия Явланова, бойцы гитарного фронта, вперед! Так, ну что, энергичный танец. Всем приготовиться, Замбия, поехали. Thank you.
Мне становится жарко, мне кажется, или нет? Фрэнсис, зачем же так громко? Итак, мы продолжаем путешествовать. И теперь мы переносимся в чуть более холодные края, но от того не менее интересно. Мы переносимся в страну восходящего солнца, в Японию. Следующая композиция называется «Хаяо», посвящение знаменитому японскому режиссеру Хаяо Миядзаки. Thank you.
Потеряли уже меня, да? Уже нашли, да. Ну, я сам нашелся, я вообще обычно не пропадаю надолго. По крайней мере, на концертах такого еще не водилось. Следующая композиция называется «Хичкок», посвящение еще одному замечательному режиссеру. Песня про страх, песня про ужас. Но, несмотря на это, она весьма зажигательна и заставит вас радоваться жизни тоже. Итак, «Хичкок».
Про страх продолжится, потому что следующая композиция носит одно очень претенциозное, я бы сказал, название. Она называется «Сундук мертвеца». Йо-хо-хо! К нам возвращаются Анатолий и Наталья для того, чтобы эта композиция свершилась и была исполнена прямо сейчас, прямо здесь. Итак, «Сундук мертвеца». Thank you.
Ну и в заключение нашего замечательного вечера прозвучит композиция, которая называется «Счастливая монетка». Исполняют все участники сегодняшнего концерта, все, кто еще не на сцене, срочно должен здесь оказаться. Ну что ж. Коля ноты не может найти. Бардак. Итак, счастливая монетка. Поехали. Thank you.
перкуссия. Максим Макогонов, бас-гитара. Валерий Евланов, гитара. Наталья Скворцова, рояль. Николай Добкин.